Не дай бог сортир не завалить. Куда? Об то же дерево, Валер. Да, да, куда? Мы все будем туда валить. Ладно. Все равно завязывать с этой стороны придется. Тут ты трактором цепляешь. Трактором развяжут. А не трактором. Черт. Сергей, с другой стороны, где... Да понятно, что с другой, но кто бы вот эту убрал сначала. Да без разницы, ты привяжешь, веревка перейдет. Все, давайте уберем. Мешает. С удовольствием. Очень быстро. Раз гора ободрана. На тебе. А сколько-то понизилось? Лет 25-30. Жить-то не могут, может, и долго. Может, и 40, а в сухом климате долго живут. Оно длинное, достанет. Может, пилить не надо, так это упадет. Поддерживает народ на штыках. Ну, приличного тут больше ничего нету. То есть все остальное, вот то, что проливали пожарное, оно не сгорело, но оно не сильно приличное. Под водой сюда. О восстановлении дома-музея Ульянова Келизарова, докладчик Мордовин. Так, спасибо всем принявшим сегодня участие в субботнике. Значит, будем продолжать ремонт в комнате, которая там и кабинет директора, и как они его еще столовой называют. Там нам нужен потолок. Снос древесины. Пол доделать. Потолок товарищи, делать. Крыша. Да. Крыша течет. И починка крыши. Не и, а починка крыши и. И починка крыши, потому что ну, на крыше это 2-3 человека будут работать. Максимум. Одна часть того, что закупку надо сделать, рубероиды. Ну закупку-то, ну что, создать, надо закупку делать. Будем делать. Вот этот страшный громадин, по плечу одному. Да. Значит, надо будет закупить рубероид на крышу, сюда закупить где-то около куба 25-ки доски. Вот. И закончить попил оставшихся дверей. Рубероид лента еще нужна, совершенно верно, для бойцов говорит. И гвозди. И у меня все. Распил. Чего продумывать? Бензопила есть, веревки есть. С соседями вот разговариваем. С соседями я поговорю, соседи я беру на себя поговорить. Бензокоса уже перестает быть актуальной в связи с тем, что скоро выпадет снег. Все за бензокосить. Сначала не будет больше интенсивно расти. Я думаю, с траву... До следующего года. Если приедет товарищ Овчинников, надо будет товарища Овчинникова попросить, чтобы он приехал со своей косой.
Товарищ Овчинников, он специалист и по крышам, и по варке деревьев, вот не надо его отвлекать. Нет, вот именно, чтобы он приехал с косой, потому что надо будет все это в сентябре сбить, чтобы мы в зиму вошли уже с нормальным видом. Вы дубы не покосите, которые... Нет, и потом, так сказать, сажал. У нас все-таки первоочередное это вот деревья, которые действительно могут рухнуть на дом нет, соседа. Нет, покосом занимается один человек. Но это не Овчинников будет. Ну, значит, здесь все равно один человек должен будет сбить траву. Это относится к тому внешнему виду дома, по поводу которого к нам будут ходить потом представители администрации. Ну, да. Да. Все равно надо делать. На попил, как мы сегодня видели, это нужно 3-4 человека. Да? Еще где-то 60 веревки. Да, 2 человека на крышу. То есть, ну, как бы мы эти все задачи можем делать. Да не 2 человека на крышу, на крышу человека 4 надо, а то и 5. Провалится. Она не выдержит. Нет, ну кто-то же будет подавать им, кто-то будет внизу стоять. Нет, ну мы подали, пошли заниматься своим делом. Они занимаются крышей. Все. Вы что-то посчитаете, никто на субботник не приедет. В общем, нам нужно 10 человек, чтобы приехал хотя бы. Ну, 10 человек должны быть, так сказать... Крепких парней. Да. Ну посмотрим, кто приедет, будем заниматься первоочередным, значит, будем заниматься крышей и попилом. Да. При появлении товарища Овчинникова, значит, покос, а еще и будут дополнительные силы, пойдут заниматься в этой комнате. Все, фронт работы размечен. Маленький технический комментарий, еще гудрон, потому что, чтобы меньше текло и лучше закрепился рубероид, надо будет еще гудроном обрабатывать. Хорошо. То есть паяльная лампа уже есть, да есть поэтому гудрон можно при помощи паяльной лампы в металлическом ведре разогревать. В прошлый раз брали просто жидкую эту смолу, не надо ничего разогревать, она там не стоит. Ну, вариант есть. Причем еще на комитете мало. Обсудим, что как составим список и проведем операцию закупка. Сильнее всего течет вот в маленькой комнате. Ну ладно. Я предлагаю сделать душевую. Нет, надо. Здесь баня уже планировали. Вопросы еще по поводу... Да, вопросы есть к выступающим? Кто-то хочет дополнительно выступить? Ну вот вертикальные стены этой двускатной крыши, там только со стороны чердачного этого помещения, то один слой то ли полиэтилена, то ли нетканки, а со стороны улицы там вообще никак. Может тоже закрыть рубероидом и промазать смолой этой. По месту. Хорошо. Принять к сведению, да? Всем принять последнее участие в субботнике. Заносим. В щепки.